ебанулись! Залазьте в него! Прорвало! Да не вы что, там их гонит за полтора километра. Вот, а я тебя потеряла. Жена, дай выйти. Ты куда? Блять, подожди, а ну, блять, отойди. Ну его мать. Ты где собрался? Ну, выйти куда? Да это сейчас долбить будет. Не снимай сейчас долго. Сейчас, подожди. Позиция украинской армии находится полтора километра от нас. Постоянно идет беспокоящий огонь. С той стороны работают грады. Антон, блядь, как они меня заебали уже на сегодня? Опа! Грады! Полетел куда? Не вижу! Все. Смотри! Всем ленту. Ленту давайте с АГС. Где лента, блядь? Ленту там ленту с АГС. Ленту с АГС. Там смотрите где-то. Давай, давай, давай. Давай. Глаза дайте. Бинокль. Бинокль. Оп, забегали нахуй. Будет отпала. Даю, даю. На. Понеслась. Так, прячь, прячь. Ебаный в рот, ответьте! А где Фил? Фил? Я здесь. Тут Фил, тут включит. Там все. Труп. Да. До сих пор он замерзший там лежит. Много трупов там их не лежит? Сейчас уже один остался. Увезли, убрали? Ну, этот, видать, забыли. Да. По пыхах. Много чего позабывали. Бежали так, что... Только пятки свергали, да? Да, да, да. Если все пооставляли. Да, поэтому... Не надо оно вам. Идите домой. Мы к вам не приходили. Саша! Ау! Козлячья морда. Чего? Шо, блин, даже и сидят. Сука, СВДшечку, блядь. Так, мы находимся на блокпосту хулигана, подразделение хулиган. Перед нами находится населенный пункт Крымская. Там находятся позиции украинской армии и карательные батальоны. Мы ведем съемку на 31-м блокпосту. Бывший украинский блокпост, тот, который буквально недавно был взят 20 числа. Вот. И, собственно говоря, ополчение продолжает наступление. Украинская армия.
вот, по нам только что летела мина. Буквально рядом мы ее слышали, ее свист. Вот. Ну ничего, над нами бетонная плита. Так что, надеюсь, все будет хорошо. Все будет пучком. Вот. Ребята все с нами. Не теряют боевой дух. Вот. Вроде обратно исходящий пошел. Бьем укроп дальше. А, так мы же не нами. Ну давай, 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 читай, читай, читай. Солдата, офицера, патриота, вина в ЖИД. По воле, это ж надо, по воле Божьей ты захищаешь нашу батьківщину, або поїдеш її захищати завтра, або, на жаль, після бою вже опинився у шпиталі. Ісус Христос сказав своїм учням: немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладає за друзів своїх. Але в кого тобі самому шукати підтримки та захисту? Відповідь одна – у милості Господа нашого Ісуса Христа. Звернення до Бога. І тут, наче, таке. Юки-маталки. Ну, зачем, а? Вот так вот верую. Вот такие вот книжечки. Украинские помощники вкладывают бронежилеты в гуманитарную помощь укравоинам, так называемым. Вот с этими вот иконками они идут убивать православных жителей Новороссии. Люди дурят тут. Дурят, дурят. Мы сейчас видим паспорт одного из ополченцев, который достойно защищает свою родину. Достойно защищаться и буду защищать далее. Так что не сомневайтесь, можете не собираться, там никакие мобилизации, ничего подобного. Я луганчанин, здесь нет никаких русских, ни россиян, как вы там думаете, что мы захватывают русские какие-то. Воюют настоящие жители этого города, которые хотят свободы, а не чего-либо там подобного, там, захватить чьи-то земли. Уйдите от нас, наших земель, и мы бросим вас в покой. Как, бросьте нас в покой, и мы вас бросим в покой. Пожалуйста. А! Вылезай! Блять, ебанутые нахуй, ничего не похуй, с кого стрелять, блядь. Обдолбались нахуй труп по всем подряд. Так, где сам комбат? Да. Гарам может будет стрелять. Ну, да придет. Че он придет? Не придет? Ну нет, они сейчас порешат, что опять на ротацию не сделают. А, ну давай тогда это. Что? Володя. Проведем Володю комбату. Ну пошли, Володя. Там, наверное.